Казанском федеральном университете прошел мастер-класс президента автономной некоммерческой организации «Арт-медиаобразование» тележурналиста Арины Шараповой. Смотрим. Как не поддаться манипуляциям? Вот урок «Как не поддаться манипуляциям» проходит у меня не один раз. Вы абсолютно правы, когда вы сказали, что для того, чтобы понять информацию, ее надо со всех сторон открыть, посмотреть. Мероприятие прошло в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Ведущим выступил декан Высшей школы Леонид Толчинский. Поприветствовав будущих журналистов, известная телеведущая дала бесценные советы, рассказала о своем профессиональном опыте и поделилась секретами развития навыков. В ходе творческой встречи студенты Казанского университета смогли задать все интересующие вопросы. Я обожаю с ребятами разговаривать, они так много знают. Мне кажется, чем больше я с ними встречаюсь, тем больше я понимаю современный мир. А я такой человек, я должна знать, что происходит сегодня. Поэтому для меня это просто воздух, все эти встречи. В конце встречи Арина Шарапова пообещала в скором времени снова посетить Казанский университет. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.